решили сегодня прийти к посольству с вот данной акцией, поскольку знаем, что завтра в Франции будет суд, и где будет решаться вопрос об экстрадиции или же освобождении, или дальнейшее содержание под стражей. Мы требуем, во-первых, его освобождения, и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не выдавать тем странам, бывшим советским республикам, поскольку знаем, какими последствиями это чревато. Мы хотим обратиться к французскому руководству, к французской общественности, что в случае, если действительно такое произойдет, и он будет выдан. Но следующая информация, которую они прочитают об этом человеке, это будет некролог. И больше ничего. Не, стойте, стойте, она сейчас. Да. Масса пугунда. Давай, Игорь Демцова, Нуротан Голоса, Бэре, Урак. Я могу, значит, сменить. Нет, вы не можете передать этот полигон.